Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбард, и мы продолжаем играть в Transport Fever 2, да, и мы решаем на данный момент, у нас проблема с тем, что ветка береговая Киев, ну реально, переполненная просто, посмотрите, 500 человек нас ждут на остановках, поэтому я что, собственно, могу предложить. Мы давно, да, собирались запустить вот тут вот линию, которая... Ну, линию железнодорожную, которая будет теперь у нас Киев и город Чаусы. Собственно, а с Чаус мы можем с помощью порта, да, перебраться в Одессу. И с Одессы уже там куда надо, в Яхраму, либо же в Берегово. Поэтому это тоже такой себе неплохой маршрут. И, кстати, данный маршрут, походу, наконец-то начал окупаться. Или же нет? Нет, не начал. До сих пор. Ладно, хорошо. Давайте, собственно, посмотрим, что у нас там есть по поездам. У нас открылось достаточное количество новых и скоростных, да. Данный поезд у нас катится со скоростью 240 км в час и вместимость 102 человека. Это мало. Окей, может быть, я могу... Я могу, в принципе, немного по-другому выбраться из ситуации, да. Наверное, сейчас, секундочку. Не везде. Получится. Ладно. Ладно. Знаете что, я, наверное... Возьму вот такого рода, совместимость 162 человека и скорость 240, а у нас с вами был на 220, да, ну на той ветке, чего был, он до сих пор ходит, поэтому возьмем вот этот, да, возьмем и попробуем. Если же, ребят, и тут будет переполнено, значит, мы будем брать просто локомотивы электрические, поскольку они более мощные, это дизельные, извиняюсь, и ставить их, ребят. Опять же, у меня прям что-то до 300 тут ничего нету. Ну да, максимум вот 200, но мы сможем поправить вместимость. Ну, либо же, опять же, со временем нам откроется что-то новенькое, да. Поэтому давайте берем составные, да. И вот такой Ice 1 добавить. Ну и, в принципе, купить. 69 миллионов, ребят, вы цифру просто вдумайте. Так, и новый маршрут у нас будет идти отсюда. Далее. Сюда, в Щигры. Дальше в Ногинск. Дальше у нас город Кобеляки и в Киев. И дальше в обратную, да, сторону. А нет, стоп, это Киев аэропорт. Я прошу прощения, вот. Киев ЖД. Тут. Ну и дальше в обратную сторону. Так, и мне написало, что он что-то там выехать не мог, да? Но нет, он уже поехал, я вижу. Нет, это не он. Какая линия? Линия номер 29. Он почему-то не хочет 29-ю линию ехать. Окей, значит, все дело у нас, по идее, тут. Ага, и теперь я понимаю, чего он не хочет ехать. Она не присоединена. Поэтому мы сейчас немножечко быстренько все поправим. А именно поправим вот таким макаром. Да, теперь он должен выехать. Давай, линия 29. Хочет. Не хочет. Почему? Почему?
проблема точно тут. Но почему туда мы не выезжаем? Так, для начала. Чаусы. Киев. Переименовали, окей. Задать линию. Ага, отсутствует электрификация пути. Она отсутствует вот тут. Все. Я понял, в чем проблема, ребят. Нам просто надо вот тут улучшить данную ветку. И, в принципе, все. Теперь точно. Да, он уже выезжает. Он уже выезжает, и вот такой вот у нас красавец. Давай быстрее. Красивый, большой. Почему-то вагон другой чуть-чуть, да? Посередке. Ну ладно. Так, ну и дело пошло. Не, ну Киев прям так вот стремительно начал расти, да, и причем резко. И население, смотрите, 572, а в Одессе 390. Обидно, досадно. Я ожидал большего реально от Одессы. А Пирогово 649, посмотрите, сколько высот. Просто шикарно. Так, кстати, не кстати, ребят, почти 600 человек нас ждет на линии Берегово Киев, и это просто очень большая цифра. Чаус и Киев пока что 3. И опять же, да, у нас тут много чего не доделано. Тут также ожидают люди, отлично. Ногинский тоже. Ребят, проблема вся в том еще, что раз, два, три, в трех городах у нас вообще нету еще маршрутов. Поэтому опять же, давайте их будем делать, да. Городские маршруты, чтобы хоть какие-то, да, все-таки были. Это существенно увеличит рост пассажиров. Есть. Так, теперь депо. Тут какие-то новые поезда. Хорошо, но рассматривать мы будем потом. Так, тут депо у нас есть, вот тут нету. Так, в принципе, все. Далее остановки. Хоть какой-то, ребят, маршрут, но обязательно должен присутствовать. Пусть небольшой, но он должен быть. Есть. Так, ну и давайте, собственно, пассажирские. Таких 3 будет вполне достаточно. И новый маршрут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в обратную сторону. Есть, готово. Тут маршрутик у нас уже с вами есть. Далее сюда также 3 автобуса. Нет, не 3. Давай еще 2. Еще 2, так как Ногинск у нас развивается, да и сам город большой, да. А также нам надо построить остановки. Так, ну и вот как-то отсюда. Раз, два, поворот сюда. Тут. Ну и как-то возвращаемся.
Так просто мы тоже не вернемся. Значит, одна кнопка вот тут. Вот так вот, отлично. Так, депо. Транспорт. Новый маршрут. Отсюда. Сюда. 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 Главное не запутаться. Готово. Есть и остались чигры, да? Поэтому также остановки. Автосохранение. Ну ты совсем не вовремя. Также где-то три автобуса. Новый маршрут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь в обратку. Нет. Мне так не нравится, ребят, секундочку. Мы переиграем чуть-чуть. Вот так. И вот так. Так тоже мне не подходит. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот как-то вот так пусть это все дело будет и как-то все кружится. Так, автобусы пошли, все, тут в принципе мы тоже все настроили, поэтому давайте посмотрим на данную ветку. 17 человек пока хотят ехать. Меня интересует, где поезд. Покажите мне поезд. Вот он. 82 человека перевозит. Неплохо. Ну и есть спрос на эту ветку. Окей, тут разобрались, но все равно нам мало, ребята. По основной ветке Берегово Одесса реально мало. Посмотрите, какие тут толпы народа просто стоят и даже это все нас не спасает. Ни аэропорт, ни порты, ничего. Ничего. Кстати, данный транспорт у нас неплохо, да, окупается, и возможно нам бы его уже заменить, как бы тоже не мешало бы. Нам много чего там уже доступно, но мы еще до туда не дошли. Ладно, ребят. В принципе, на этом все. Запустили мы с вами второй поезд, поэтому этому движению у нас с вами только начинается. На этом все. С вами был Ломбарди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.